Возобновить экологическую программу призвал Алихан Смаилов «Каспийскую пятерку». Он выступил на экономическом форуме в Москве, и премьер отметил, что Каспийский регион имеет богатую историю, многообразную культуру и большие природные запасы. Вместе с тем Каспий играет важную роль в развитии международной торговли в силу своего географического расположения и уникального транзитного потенциала. Экологические проблемы моря связаны с истощением его биологических ресурсов, рисками серьезного загрязнения в результате добычи сырья и транспортировки грузов. В этой связи призываем поддержать возобновление деятельности Каспийской экологической программы. Отдельным вопросом является судьба каспийского тюленя, занесенного в Красную книгу. Нам необходимо завершить работу над принятием общего протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконным промыслом водных биологических ресурсов на Каспийском море. Смаилов акцентировал внимание на инициативе президента о создании Прикаспийского продовольственного хаба. Он способствует расширению торговых потоков в регионе. Для полного раскрытия потенциала межрегиональной торговли нам необходимо улучшать транспортную связанность региона. Казахстан готов приступить к практическим совместным действиям по укреплению транзитного потенциала. И сегодня мы в узкой части договорились с моими коллегами о том, что эту работу мы начнем уже прямо, что, как говорится, сейчас, и разработаем соответствующую дорожную карту и приступим к расширению потенциала наших транзитных маршрутов. В завершение Алихан Смаилов призвал активизировать совместные шаги в сфере туризма, принять меры по запуску комбинированных туров, развитию круизного туризма и либерализации визово-миграционных режимов.